Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылочка в гостях. Это плеер Voyo с магазина Banggood. Покупался он еще одному родственнику. Недавно мы покупали планшет, рассматривали планшет, который покупался для племянницы. Была акция на Banggood, и мы его купили. Ссылка на акцию будет в описании к видео и на товар. Вот. Давайте же посмотрим, как Banggood отправляет. Вот в таком вот контейнере пришла посылка, в большом, вот, то есть, как и прошлый планшет, он идет в коробке, но он болтается в этой коробке, то есть, не очень. Коробка глянцевая такая, и она такая более слащенная, чем предыдущий раз, вот здесь вот такая серьезная вмятинка есть на коробке. Вот здесь у нас характеристики налеплены. Итак, модель Q101, розовое золото, 2 гигабайта оперативки, 32 гигабайта встроенной, Zhensheng Yong Jianye Technology. В общем, как-то так. Давайте распакуем, посмотрим, что нам приготовили наши друзья. Итак, имеем планшет. Вот такое розовое золото. Ну, прикольный цвет. Давайте сразу распакую, пока положу так. Цвет, ну, я думаю, камера не передаст цвет. Цвет действительно очень прикольный. Ну вот, ну давайте отложим пока и посмотрим, что еще. Рамочка. Вот так. И здесь положили зарядку. Зарядка. Так, 5 вольт, 2 ампера. Input 10, так, 50-60-0,5, пол ампера. Input, выход 2 ампера. 5 вольт, 2 ампера. Вот. Вроде так симпатично сделано, европейское, ну все как бы отлично. Инструкция и гарантийная карточка. Вот, я так понимаю, можно перейти, зарегистрироваться. Инструкция, китайский и английский язык, то есть два языка. Вот. Как пользоваться, здесь кратенькая такая инструкция. В общем, ну и проводочек. Проводочек симпатичный и качественный. Ну, здесь вот есть резинка заусенки на проводке. Ну, обычный проводочек. Но такой плотный, он толстенький и плотный. Жестковат немножко. Вот, ну ладно, давайте перейдем к планшету. Итак, вот он так выглядит. Розовое золото. Давайте посмотрим, что у нас сверху. Итак, у нас здесь микро-USB и больше ничего. Отверстие для того, чтобы снять эту крышечку. Камера. Спереди тоже у нас камера. На правой стороне у нас, я так понимаю, это, наверное, сброс или микрофон. Микрофон вот внизу. Микрофон внизу. Здесь у нас включение, громкость вверх-вниз, 3,5 разъем. И с левой стороны у нас совершенно ничего нету. Снизу, я так понимаю, это микрофон. Отметки никакой нету, то есть либо это микрофон, либо то. Ну давайте посмотрим, что у нас еще сзади под этой панелькой. Открывается она вот так. И у нас две сим-карты и одну карту памяти. Камера не защищена здесь дополнительно, то есть. И плюс вот это вот, я не знаю, что это за дырка возле камеры. Вот как-то так. Планшет не люфтит. Нигде не трещит. А, вот здесь немножко. Ну, вот здесь как-то он потрескивает. И вот здесь как-то ходит пластик. Давайте проверим, включим. Заряжен был, вот так вот он загружается. Сейчас мы его включим просто, и потом я немножко им поиграюсь и уже сниму окончательное видео уже, как он работает. Итак, сейчас заряжен он был на 35%. Сейчас я подключился к Wi-Fi, немножко его погоняю,
установлю несколько приложений, и дальше мы снимем. Экран здесь намного лучше, чем был у предыдущего, мне кажется. Или такой же, наверное, такой же. Итак, не могу не отметить, я его уже немножко установил в приложении, все, и уже готов рассказать о нем немного. И сразу отмечу, что мне его пришлось перезагружать, потому что запустил асфальт, асфальт завис. И я выключил приложение, убрал его из приложений, а музыка продолжилась. И периодически выскакивало окошко о том, что нужно как бы, да, подождать или закрыть приложение. Нажимаешь или подождать, или закрыть, все равно как бы ничего не происходило, поэтому мне пришлось его перезагрузить. Я думаю, этот именно операционной системы, только что вы, не знаю, заметили нет, когда мы открыли окно, немного он так подвис. И сейчас, видите, экран не сразу загорелся, то есть было немного затемнено, а потом стало ярче. Android здесь 7, Android 7, модель Q101 4G, связь работает хорошо, можно звонить по нему, разговаривать и так далее. Все работает якобы быстро, но вот это вот, что асфальт завис, такой момент был, я его, к сожалению, не заснял, но сразу говорю, что он был. Танки запускаются, работают. Давайте попробуем еще раз асфальт запустить. И, возможно, повторится этот глюк. Звук хороший, динамика здесь 2. Вот этот динамик тише играет, чем этот. То есть, когда их одновременно... То есть, возможно, это стерео, и поэтому проигрывалось, как бы, да, ролик проигрывался в стерео режиме, и поэтому кажется, что здесь тише. Давайте, вот смотрите. Не знаю, получится у камеры захватить эту. Но еще попробуем в другом ролике. Так, запустилась здесь какая-то акция. Фигакция. Смотрите, какими рывками он идет. И я напомню, здесь 2 гигабайта оперативки, но видео, походу, здесь... Видите, такими рывочками заметны рывки. Давайте посмотрим, как будет игра идти. Так, что мне здесь выбрать? Это реклама. Пошла загрузка данных, я не знаю, как бы. Ну, давайте подождем. Второй казус, который произошел, только что было 27%, по-моему, устанавливался асфальт, и выскочило, что осталось 15%, буквально через минуту выскочило сообщение, что осталось 15%. Я нажал отменить переход в энергосберегающий режим, и минуты 2-3 прошло, и он выключился полностью. Подключил к зарядке, и давайте посмотрим, что у нас здесь заливается в него. Так, 5,06 вольта, 1,30 ампера, да, то есть 1,31. Ну, пускай заряжается. Итак, оставил планшет на ночь на зарядке, и у нас залилось 4,332. Итак, с батареей мы разобрались, залилось сюда 4300, по-моему, вот, но на сайте, ну, как бы на сайте продавца указано 5000 мАч, то есть меньше указали. Ну, давайте все-таки уже закончим начатое, проверим, как играет асфальт, как работает, и проверим, как работают танки. У нас, в принципе, осталось немного. Не знаю, влияет ли батарея на работу самого планшета и в плане скорости, но он, когда вот полностью заряжен, я его запустил, и он работает немного быстрее. Но все равно есть такие притормозки, которых, например, в Honda V10, которую мы смотрели недавно, их не было. Есть небольшие такие рывочки.
немного не хватает плавности. Но играть вполне можно. Есть небольшие тормозочки, но прииграть вполне реально и вполне можно. Единственное, что вчера, когда я его только начал, распаковал, я его запустил, и оно немного притормаживало. Сейчас как бы немножко быстрее растормозилось и немножко быстрее все работает на заряженной батарейке. Не знаю, как это может быть связано, но это так. 42 FPS. 40, 44 FPS. Так, где-то здесь у меня уже нету никого. В принципе, ну не сильно много я поиграл, но действительно работает все нормально. 44 FPS выдает, вроде бы никаких тормозов не заметил я, и неплохо мы тут победили. Так, что тут нажимать? Вот это. Вот, улучшим. То есть тут никаких тормозов нету. Танки работают лучше, чем асфальт. В плане скорости. Но в принципе оно все работает сегодня лучше, чем вчера, когда была батарея разряжена. И вот мы поиграли немножко в асфальт, поиграли немножко в танки, ну не знаю, минут 10 это прошло, и сейчас 98% заряд батареи. Так, осталось, пишет, примерно 7 часов. Но учитывая того, что не 5000, а 4200, и учитывая того, что вчерашний глюк, когда оно с 35% на 15% упало, а потом резко вырубилось, и только из-за того, что я не нажал перейти в режим сбережения энергии, может это нужно так сделать, чтобы вообще в ноль не разрядить батарею? То есть, может, это специально так сделано, но я как бы в других планшетах такое не сталкивался. Вот, ну и давайте теперь разберемся с видеобоксом. Разрешаем. Все у нас здесь хорошо. Я уже проверял видеобокс. Все у нас тут отлично работает. Никаких проблем. Все грузится быстро, все ищется быстро. Ну, просто все отлично. Так, сразу у нас реклама засветилась. Так, продолжить. Ну, давайте выбираем MX Player. Мотнем сразу. А с другой стороны, все-таки продать. Так что это у нас не максимальная громкость. Вот максимальная. Что это уже, кроме боков внутри.
Ну, вот если дома не шумно, допустим, то 7% звука, 7 отметка можно приятно, нормально слушать. То есть адекватный звук. Все работает быстро, подгружается неплохо. Давайте еще один какой-нибудь посмотрим. Допустим, сериал. Так, давайте вот «Детство Шелдона». Уже 7 серий, отлично. Картинка очень мне нравится, то есть в этой серии еще и полосок нету черных. Отлично. Вот, мне очень нравится. Давайте дальше посмотрим YouTube. Качество 1080 у нас максимум можно выбрать. Хорошая картинка. Мне нравится. Яркость. У меня была выставлена на минималке. Картинка стала еще сочнее на яркости. Выше яркость поднял, и хорошая вообще стала картинка. Отлично. Вот. Так, далее. YouTube работает все тоже без проблем. Ну и давайте посмотрим телевидение. Ну, то есть это стандартный набор приложений, которыми в основном пользуюсь всегда. На этом канале поменялось, был костер на фоне в одном из обзоров, по-моему, когда рассматривали Mi Box, там был напротив реки костер, а теперь уже переместились в здание. Все работает быстро, отлично, то есть без каких-либо проблем. Давайте посмотрим еще Lime HDTV и на этом будем завершать. Составим какой-нибудь вывод. Кто и что может, и кто чего не может делать на территории Сирии, вот в той обстановке, которая возникла после военного разгрома. Кого бы еще поздравить? В принципе, все отлично работает. Давайте свернем и давайте последний наш тест, это поисковик. Все отлично грузится. Так, это Яндекс у нас заблокирован, он. Карты нажал, хотел картинки нажать. Давайте картинки вначале нажмем. Вот, ну и давайте карты, раз мы уже там нажали карты, перейдем в карты.
не рассказала камере. Так, камера. Камера здесь такая же, как у Honda V10, но долго реагирует. Давайте попробуем. Фокусируется долго. Давайте уберем вспышку. Я заметил, она включилась. Вот, ну, наверное. Вот такие вот фотографии получились. То есть это первая размытая я дернул. Вот, ну это вот лучше получилось. Но как бы она вся зернистая фотка. И, по-моему, даже хуже, чем на Honda V10. Ну и давайте попробуем переднюю камеру. Как ее здесь у нас выбрать? Вот. Выбираем и давайте фотографируем. Ну, такая, для скайпа пойдет. В принципе, для этой ценовой категории они камеры снимают все приблизительно одинаково. Ну, как-то так работает все. Ну и давайте сделаем вывод. Планшет довольно-таки неплохой. За эти деньги, которые я его купил, он, ну, достоин внимания. Как бы он дешевый, и от него особо ничего не ждешь. Но здесь есть как бы, да, симки, все. Ну, в принципе, я его брал пару с продажи за 80, по-моему, $5 на Banggood. Ссылка будет в описании на него. Но, исходя из того, что я увидел, почувствовал, попробовал, я не могу советовать этот планшет, потому что за эти же деньги можно купить Honda V10, который мне на порядок больше понравился, у которого отлично держит батарея, никаких глюков с батареев нету, и действительно он плавнее работает, и игры, и все на нем работают как-то плавнее. Плюс у него не было во время тестов, пока он был у меня на руках, у меня не было таких проблем, как будто зависает. То есть когда у нас вчера асфальт завис, приложение я все закрыл, отсюда я его убрал, но музыка от него еще продолжалась. Я связываю это, как бы сейчас это не повторилось, но я связываю это с разрядом батареи. Вот батарея 96%. Это 2, получается 4%, где-то минут за 15 съела. Вот. Но не могу я как бы советовать этот планшет. Лучше, если денег одинаково. Ну, то есть за эти же деньги можно купить в Honda V10, который, ну, будет на порядок приятнее, чем этот планшет. Но, тем не менее, он имеет место быть. Единственное, что он, да, действительно сделан немножко попроще. Но какая-то балансировка, все чего-то мне в нем не хватает. И, допустим, если бы я выбирал лично для себя Honda V10 или Voya Q101, то я бы, конечно, выбрал Honda V10. Где-то будет сверху, либо в начале этого ролика, либо сейчас появится сверху ссылка на видео про Honda V10. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!